Всем привет! В это воскресенье я ездил в магазин, заказал камеру GoPro, на которую мне деньги прислала Нелли. И, в общем, сегодня вторник, и камера уже пришла. Мне позвонили с магазина. Мы ездили, в общем, в воскресенье покупать ребенку вещи на рынок и купили... То есть, и пошли в магазин. В общем, думаю, я закажу сразу камеру, пока деньги есть. И... Ну, прошло 2 дня, а заказал в магазине из-за того, что если бы я заказывал на новую почту, то мне бы пришлось платить за доставку. А так в магазине, из интернет-магазина Алло, в магазин Алло, доставка бесплатная. То есть сегодня я поехал и без лишних переплат просто заплатил за камеру и микро-CD. В общем, сейчас я вам покажу, как выглядит сама камера. Камера очень маленькая, мне непривычно ее держать в руках. Вот такая камера. Вот так она выглядит с другой стороны. Сейчас попробую включить. Ну, в общем, я уже пробовал. И снимает хорошо, но нужно еще будет купить к ней вспышку. Надо посмотреть, сколько она стоит, так как я часто снимаю в сарае, где темно. Поэтому, думаю, нужна вспышка. Она, камера стояла вот здесь внутри, на вот точно такой же подставке, которая... С этой стороны, ну, снизу приклеена двухсторонним скотчем, то есть можно отклеить и куда-то зафиксировать. И вот сама камера тоже стоит на такой же подставке. Она легко снимается. То есть вот так придавил и выдвинул на другую сторону. Камера водонепроницаемая. В общем, и вот из комплектации это все, что есть. И вот такой шнур зарядный, которого, на который даже нет вилки. То есть это можно через USB заряжать от компьютера. На компьютер редко включаю. Теперь, конечно, придется включать чаще, так как видео нужно будет сбрасывать через компьютер. Так я все делал в телефоне. В общем, пришел я в магазин, думаю, у меня 12600, камера стоит 12 тысяч, мне на все хватает. Он говорит, все, камеру я тебе заказал. И говорит, а микро-CD будешь брать? Думаю, блин, это ж надо еще отдельно покупать микро-CD. Говорю, ну, давайте мне микро-CD. Он говорит, ну, вот на 128 гигабайт микро-CD, которая поддерживает 4К с нормальной скоростью и снятие, как сказать... записи и просмотра видео нормальной скорости. В общем, вот эта карточка к этой камере очень хорошо подходит. Я говорю, ну сколько она стоит? Он говорит, 1200. Думаю, у меня не хватает. В общем, пришлось мне немножко доложить. Ну, ничего страшного. Спасибо Нелли за то, что есть. В общем, а сейчас я вот вам покажу, что я правда купил GoPro Hero 7. Вот. За 11 999 гривен. И карта микро-CD плюс за 1199 гривен. Вот общая сумма 13 198 гривен. Так что ничего я лишнего не потратил. На не то, на что мне были присланы деньги. И купил вот только то, что и обещал. Камера мне нравится, просто я еще к ней не привык. Мне нужно будет купить палку селфи, но она дорогая, я посмотрел, она стоит 3000 на эту камеру, поэтому это немножко будет попозже. Ну а пока, Нелли, спасибо большое за такой подарок. В общем, вот все, что есть, то есть. Вот даже на картинке нарисована камера в воде. Нужно будет попробовать, у меня есть аквариум с рыбками, нужно будет ее засунуть туда, посмотреть, как она проявит себя при съемке под водой. Ну, а пока всем большое спасибо за просмотр, следующие видео уже будут на новую камеру, в новом качестве, с новым звуком. Всем пока!